Несколько дней назад Дима Билан вышел на связь с поклонниками из больницы и признался, что у него проблемы со здоровьем. Что конкретно с ним стряслось, он раскрывать не стал, отметив лишь, что недуг с ним уже много-много лет и чтобы от него избавиться, требуется операция. И вот свершилось. Сегодня артист оповестил поклонников, что вмешательство было проведено. Здравствуйте, дорогие. Случилось. Мне сделали операцию. Шла 2 часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас. Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях. За исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы, высказался Дима. К слову, ранее артист признался, что у него давно серьезные проблемы с алкоголем. Мол, если он начал пить, то остановиться уже не может. Чтобы побороть пристрастие, он уже обращался к медикам. На этом фоне некоторые в сети предполагают, что Билан закодировался. Вот и вся операция. Но это не точно.